В том году стать чемпионами России, вот, и благодаря болельщикам, поддержке. Вот, и хотим вам сделать подарок, пригласить вас на игру. Мы провели уже две домашние встречи, обе выиграли. Следующая игра завтра, и хотим вас позвать на нее. Кто вас направил на вот хоккей? Вы сами пошли или вот все-таки родители помогли вам достичь вот? Родители. Ну вот они вот как вот вам сказали просто? Идите на хоккей или там на футбол. Мы пошли, нам это понравилось, еще понравилось. А тренер вам помог как бы достичь вот результата? Вы всегда слушались тренера? Для вас. Что сложнее было, в финал или полуфинал? Весь плей-офф, там все равные команды, там нет слабых, нет сильных, все равные. Все хотят выиграть кубок. Все равно, не знаю, для меня сложнее был полуфинал с Ярославом. А сколько у вас по времени идет тренировка? А сколько на 3 часа? В сумме 3 часа, 3 по 10. Что вы делаете в свободное время? Хотели попить, короче, в столовой, и они, видим хоккеистов, и все, класс, 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 как бы, всех собрали, все такие волнуются, сидят, и пришли, поговорили, задали несколько вопросов, билеты дали бесплатного. Все, конечно. Пойдете на хоккей? Да, я, конечно, пойду на хоккей, позову, может, друзей каких-нибудь. И, конечно, это здорово увидеть их вживую, как бы поговорить с ними, пообщаться, задать несколько вопросов. И, ну, все здорово, что как бы все это устраивается, то, что наши выиграли, вот так вот.